Потому что я считаю важнее сохранить чьи-то жизни, чем развлечься, пускай, тем более это не такой долгий период. Я считаю, что нужны более жесткие меры до тех пор, пока все не вакцинируются, как было в Европе. Жестко-жестко сидеть, пока все не вакцинируются, а потом уже отпускать. Потому что иначе это немного бессмысленно. Просто волна за волной, и так это будет продолжаться, пока все равно все не вакцинируются.